Теперь уже о новостях нашего автопрома отечественного. Новинка АвтоВАЗа, седан «Лада Веста» удостоен премии за лучший дизайн. Это был на 34-й выставке-ярмарке в Гаване. К автомобилю уже интерес проявили такие кубинские фирмы, как «Такси Гавана», туристическое предприятие «Транстур». Ну и российская страна считает, что это очень хороший результат. Он позволит вернуться автомобилем ВАЗ на Кубу.